Номер 44. Рейхстаг, Берлин, 1945 год. Прикрой меня! Василий, можешь подняться наверх, теперь это безопасно. Не бойся, тебя не застрелят. Алексей, отстань от него. Дайте ему знамя. Мне? Тебе. Ты тоже пойдешь с нами. Я? Да. Лев, пусть потомки гордятся. Конечно. Ребята! Поднимайтесь! Покажем всем, как Берлин пал под натиском Красной Армии! Уберите часы! Что? Сними их! Они же трофейные, их в кадре не должно быть! Лев! Что? Представляешь, ему не нравятся мои часы. Давай ты! Ему не нравятся твои часы? Нет, ему не нравятся немецкие часы. Бери знамя и лезь быстрее наверх! Да, возьми знамя и залезай. Здорово! Так и стой! Держи. Подними повыше, чтобы оно развивалось. Вот так! Так? Да, отлично! Не двигайся, еще кадр! Вот так? Да! Лев Демидов, герой Советского Союза,